Всем привет, меня зовут Алена, сейчас я нахожусь в московском магазине Kikmit на Тульской, и сегодня я расскажу вам про лучшие универсальные деки для самокатов. Я посоветовалась с райдерами нашей команды, и мы выделили для вас топ-дек, который подходит для катания и в парке, и в стриту. Но прежде чем я расскажу вам про эти деки, я объясню, по какому принципу мы их выбирали и почему их можно считать универсальными. Во-первых, эти деки имеют небольшие габариты и вес, а также плоское дно, поэтому на них удобно не только крутить вибрации в парке, но и делать разнообразные гринды. Я сама катаюсь только на универсальных деках, потому что мне сложно делать трюки в стриту на очень тяжелых деталях. В теории на любой из дек можно кататься как в стриту, так и в парке. Главное, чтобы вам было удобно. Но сейчас мы рассмотрим несколько дек, которые лучше всего подходят под катание в обеих дисциплинах. Apex Boxed – это легкая, компактная и удобная дека. Apex – это один из самых популярных брендов, поэтому эта дека стоит немного дороже остальных. Ее вес 1 кг 400 грамм, в длину она 53 сантиметра, а в ширину 12,7 сантиметров. Etic Vulcan – классная, недорогая и, что самое важное, очень красивая дека. Эта дека в длину 530 миллиметров, в ширину 130 миллиметров, а есть такая же дека версии 560 миллиметров в длину. Вес этой деки 1,5 килограмма, и у нее существуют варианты с квадратными дропаутами, как здесь, а еще есть срезанные дропауты. Aztec Lucid – это единственная дека 5,5 дюймов в ширину с таким маленьким весом, всего 1,5 килограмма вместе с тормозом и осями. Некоторым паркерам она может показаться большой, но тут все индивидуально. В длину дека 56 сантиметров, а в ширину 14. Drone Icon Cubed 3. Она имеет стакан необычной формы и квадратные дропауты с декендами. Ее длина 56 сантиметров, ширина 12 сантиметров, а вес 1 килограмм 650 грамм. Следующая дека – это Elite Supreme V2. Эту деку можно использовать и для всяких кручений, и для скольжений. Это небольшая дека с плоским дном. Эта дека весит 1,5 килограмма, ее длина 53,3 сантиметра, а ширина 12,2 сантиметра. Итак, я рассказала вам про лучшие универсальные деки. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, на наш Инстаграм и группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. И пишите в комментариях, о чем мне рассказать в следующем видео. С вами была Алена, магазин Kikmit. Всем пока!